Итак, продолжаю новый проект, созданный мной, придуманный. Смысл в том, что я делаю обзоры популярно на ключевым словам на YouTube и все рассказываю об этих играх, о том, что ищут. Для чего? Для того, чтобы дошел смысл, что вам не нужен больше поисковый механизм на YouTube, чтобы искать проект. Заходите каналы и самую качественную информацию, качественное видео, смотрите самые новые с комментариями самого лучшего эксперта, так сказать, на моем канале, потому что у меня есть обзоры на все игры, на все платформы. Я никогда не делаю обзоры на игры, которые не играл или не проходил. Я обычно все игры прохожу еще до выхода, делаю обзор, причем аудио, потому что незаконно укладывать геймплей, да. Все можно, ну, чтобы упростить ситуацию, я создал эту программу, чтобы вместе все это делать обзор. Итак, мы, собственно, рассказали, собственно, про все эти поисковые запросы, что тут ищет. Но смысл в том, что об этих играх можно говорить вечно, да. Потому что, ну, можно бесконечно говорить о Battlefield 3 или Assassin's Creed Brotherhood, хотя я на них уже делал обзоры все. Попробую найти, что я в первой части не рассказал. Modern Warfare 2, как мы видим, до сих пор ищет, но, видимо, ищет там какие-то записи мультиплеера. То есть это вообще совершенно отвратительное явление, это Call of Duty, да? То есть как она совершенно отвратная была, все части вот эти про войну. Войну эту, блядь, то теперь она также отвратно стала, но еще в мультиплеере, потому что я не знаю, на каких задротов в нее играют и сколько времени они убивают на это. Это просто вот расход времени впустую. Это просто кошмар. Так, Mortal Kombat, так, покемоны, ищут покемонов. Ну, новые покемоны какие-то вышли, этих покемонов столько. Я, кстати, все играл в покемоны и даже пытался пройти множество. Покемоны это впервые, они появились, покемоны, они, кстати, посмотрим, что тут на геймбое черно-белом, и все просто охуели, да. Потом этот мультсериал пошел просто пиздец, и там фишка была, что эти покемоны, они как бы сразу их не было всех. Там было вот эти, они все, Blue, Black, вот, и надо было обмениваться, кабели подключать и обмениваться. И также драться можно было, да, ты получаешь кабель, дерешься там, и там все можно получить покемоны, там, завивать. Потом еще были супер-покемоны, главное, их раздавали на каких-то выставках. То есть эти покемоны, это пиздец. И после этих покемонов пошла всякая эта хуйня, столько там, диджимоны пошли, всякие хуймоны, картамоны, блядь, жопа высеранная, блядь, сука, хуй знает кто, блядь, сука, дети. После этого вот пошло вот поколение дебильных детей, да. У нас вот, не знаю, как в других странах, но у нас уже все школы для дебильных детей, они все переполнены уже, все психушки переполнены. Просто пиздец, самоубийства подскочили, все эти дети прыгают там со 16 этажек с воплями, сука. Покемон, блядь, сука, все нахуй котов ебут, что ли, там что-то ловится на улице, там покемоны, блядь. То есть такая хуйня пошла от этих покемонов, сука, блядь, это новые покемоны, блядь, сука, это. Блядь, сука, блядь, покемоны. А, кстати, правильно говорить, покемоны, да, не покемоны, да? Вроде как, или нет, блядь. В общем, хуй их там разберешь, да? То есть пиздец, да. То есть совершенно, как вы видели, запросы совершенно очень тупые, да? Call of Duty зомби, кстати. Зомби Black Ops. Режим зомби, он как бы возродился в серии Black Ops. Кстати, Modern... Так, какой Modern Warfare? А, например, Call of Duty 5 появился в этом самом... Ну, где Вторая мировая война, вот этот, блядь, режим совершенно убогий, но он просто... Все охуели, типа, как он крутой, собственно. То, что такого как бы не было, да, от первого лица отбиваешь волны, причем волны бесконечные. Это было очень тупо, потому что волны бесконечные, сука, хуй знает чего, блять, пиздец, и надо было, ну, в общем, все было однообразно, один тип зомби на тебя лез, и все там, ну, там появлялись более крутые, их больше просто становилось, сука, там, открывал ты эти все здания, там, собирал оружие, а что дальше делать, вот, и вышел Black Ops, где там целые уже большие локации, там появились боссы, блядь, там куча врагов, там разнообразили, там Black Ops сделали там вид сверху даже, там, типа, это зомби-шоу или как этого, TV Smash, что ли, такая была игра, вот. И сейчас новые аддоны, эти зомби вышли, там, то есть, пиздец, там, вот, там, какой-то, там, с фонарем бегает, сука, там, оружие столько навали, все это в силе 60-х сделали, блядь, зомби, блядь, наверное, стоит их поиграть сейчас, вот, они реально, вот, что это, развили тему с зомбиями, а мультиплеер, конечно, Black Ops еще хуже стал, чем, блядь, в этом гребаном, блядь, сука, Call of Duty во всем, да, причем даже мне больше мультиплеер нравился, когда он там, Call of Duty 5 еще, блядь, чем, блядь, Modern Warfare 2 этот, сука, не так всегда бесил, Modern Warfare 1, блядь, это, сука, такое задротство, блядь,
сука, блядь, там хоть собаки были, там, хотя говно все это, в общем, надо из этого, надо такой план мультиплеер надо полностью хранить, что только одни киллстрейки гребаные стоят, от чего они отказаться решили, если эти части заявили полностью переработают, просто совершенно абсурдная, блядь, идея, сука, заставлять человека кемперить, нахуй, когда, блядь, во всех играх, наоборот, этот отходит, как он в фулфронте, вообще наоборот сделали, чем больше убиваешь, тем тебе сложнее, тем тебя вычислить пытаются, то есть просто, блядь, не туда они зашли, конечно, блядь. Halo Reach, естественно, Halo Reach, да. Halo Reach, естественно, я делал на нее обзор. Естественно, игру эту проходил. То есть на все эти игры можете найти на моем канале обзор. И очень качественно, на самом качественном железе сделано. Даже Halo 3, не Halo 3, Halo Reach, естественно, все это у меня, может быть, можем посмотреть. На Xbox, естественно, потому что она только на Xbox уходила, да. Записываю я через HDMI, через TV-тюнер. То, что на Xbox позволяет без защиты от записи передает сигнал по HDMI. Вот. И можно это записывать, значит, ссан на этот вонючий PlayStation 3, то есть пиздец. Полный. PlayStation 3 вообще полное говно. Как вы знаете, я ненавистник первый, наверное, который есть этой отвратительной системы. Sony блядской. Вот. Так. Call of да это что такое? Что они там ищут? Black Ops, так, кто там звонит всякое, так, сука, блин, сбили меня, да, ну, видимо, глюков дохуя раз ищут, да, потому что они действительно, глюки приятно смотреть, да, как они глючат, так, что тут еще, а, Бринк, кто-то еще ищет Бринк, Бринк, она все уже сдохла, я уже играл месяц назад, там же никто в это не играет, еще уже заебали, а, так, блин, я сделал, кстати, обзор, естественно, Бринку, можете узнать мое мнение, потому что я сделал обзор на Xbox, как только она вышла, да, и совсем отвратная графика, она, сука, все глючит, тормозит, ну, так же, как был PlayStation 3. Ну, конечно, лучше, да, потому что, естественно, если игра уходит, будете уверены, что PlayStation 3 самую отвратную версию получите, которая только может быть, а то, что это не приставка, это кусок говна, да, вот, естественно, обзор, так, естественно, Бринк у меня есть, все, обзор, вон, три обзора на Бринк, пожалуйста. Я делаю сразу и до выхода, и после выхода, и потом, когда на PC выходит. Естественно, на PC у меня самый крутой комп, который только можно достать. Ну, потому что я меняю каждые 2 месяца компьютер. Кстати, вот он. Ну, вот, видите, да, его. Я решил прямо на задний план делать, и фотографии постоянно обновлять. А, ну, тут плохо видно, неважно. В общем, на то он Абдулу комп, чтобы быть крутым. И иконы сверху его сохраняют, да. Это Абдулком, чтобы он работал лучше. Так, дальше что там? Собственно, так. Mortal Kombat 9 Fatality. Да, помните, эти Fatality надо было учить, сука, никто их вообще не знал. Все просто друг друга пересказывали на словах, когда 90. А сейчас там зашел, да, в режим обучения, там типа показывают, как их делать, как все. Там, по одному Fatality, да, как я понимаю. По одному Fatality, да. Вроде как. Просто это пиздец, да, а как бы вышел аддон, да, и там добавили там Бабелити уже, там новых персонажей, сейчас добавляют новый персонаж, сейчас знаете, какой персонаж DLC, последний это Фредди Крюгер, вообще пиздец, это был совершенно абсурд, но, собственно, как и вся серия Mortal Kombat, это абсурд, и это как раз это плюсы игры в том, что они могут что угодно туда добавить, хоть педофилу дяди Васю нахуй, хоть Чикатилу, и всем будет как бы похуй, да, на это. Любого бомжа там могут спокойно, это никак и странно смотреться не будет, потому что это Mortal Kombat, блядь, где не в каждой серии друг друга режут, а потом живыми оказываются, блядь, да. Red vs. Blue, это же, блядь, это какой-то машинима, совершенно отвратительная тупость, я вообще машинима все это не понимаю, это полный идиотизм, и вообще, сука, пустой расход чужого времени впустую. Тупые приколы, типа поржать, посрать, блядь, ничего не делать, на доллары жаруют, всякую хуйню такую снимают. Да. Вот, видите, и что ищет? Как достать бесконечные патроны? Видимо, глюки такие. Или читы. Да. Ну, моды какие-то, не знаю. Видимо, так всех она задела, что все читы так ищут. Потому что патронов не хватает. Нет, хотя патрон там дохуя. Вот, Wii U, вот. Конец, поговорим Wii U, вот. Хороший тег.
Wii U это совершенно отвратительная параша. Как только я увидел, я понял, что это провал. И ни одному мне стало ясно. Все акции не упали до 5-летнего минимума. То есть это отвратительное парашное говно. То есть это что? Что мы имеем в виду? Консоль, которая не мощнее Xbox, а скорее всего и слабее, сделанная на чипе 2007 года до ATI. То есть это полный абсурд, да, выпускать новую приставку, когда она должна быть на поколение вперед смотреть, да, то есть была, должна быть круче, чем любой топовый комп, иметь такие функции, которые любой комп современный не имеет, да, то есть и каким-то уникальным давать обеспечением чем-то. Если PlayStation 3, там какое-то исключение, да, из приставок, потому что совершенно отвратное говно выпустили. Единственное, что было, там Blu-ray и совершенно отвратительная начинка, сука. И как мне пиздили, что он будет в 5 раз мощнее Xbox. Вот как взять Xbox, какой он просто вообще вышел, охуеть, просто там за $300 стоил, и при этом там процессор там трехъядерный 24 гигагерца и видеоускоритель самый топовый, который на компе был на то время, и при этом еще там чип отдельно установлен на расширение, да, чтобы он мог масштабировать без ухудшения, да, так сказать. Это чипы специально, потому что у PlayStation такого нет, поэтому давай, когда они занижают разрешение в играх, там хуй знает что выглядит на Xbox, там все это можно 3020 на 240 сделать разрешение, оно будет смотреться хорошо на любом там плазме, да. Вот, и потом там чипсы сделали для бесплатного антиайсинга, то есть 2x он там не отнимает никак сглаживание, так сказать, от производительности. На PlayStation 3, если сглаживание включаешь, там сразу в 3 раза производительность, два раза падает, поэтому там совершенно отвратительная картинка, все тормозит, и вообще как кусок говна все игры выглядят. Вот. А что Nintendo U выпустили, это просто, это называется гиммик, да, называется гиммик на английском, так сказать, сленге американском. Это когда берут какую-то парашу и прикручивают к ней какую-то хуйню бесполезную, типа веб-камер, сука, жопа чисток, блядь, унитаза, блядь, сука, всякие, блядь, антенн, блядь, совершенно ненужные параша, блядь, которая только усложняет пользование этим процессом, блядь. Это совершенно отвратительная хуйня, блядь, с графоном, блядь. Знаете, пиздец, блядь, с графоном, блядь, слабее Xbox, я уверен, что она будет даже слабее Xbox 360. И даже те игры, которые там показали на E3, они выглядят даже, видно, хуже, чем вот Xbox-овские, просто как по куски говна какого-то, как улучшенный, блядь, GameCube, опять же. Потому что, не знаю, Nintendo Wii вообще был GameCube, вообще просто разогнанный на 20%. Это он забавлен спецэффектами пары, которые вообще не используют, потому что они дико тормозили. Потому что совершенно отвратительно параша, она даже близко не стояла с первым Xbox. Ну, зубно как PlayStation 3, да, даже не могла, даже до сих пор не может выдать нормальную качественную картинку в HD, как Xbox выдавал, да. Не в HD, правда, первый Xbox. То есть даже PlayStation 3-то уступает графически Xbox первому, не говоря уже о Nintendo Wii, где как-то там тоже House of the Dead стоит посмотреть 3, как он отвратно там выглядит. Вообще весь тормозит, да и все, а когда на Xbox он первым выглядел круче, чем на игровых аппаратах. То есть это просто пиздец, какую парашу выпустили. То есть контроллер, знаете, то есть тот толстенный контроллер типа айпада с кнопками, но при этом он хуже айпада. Там и экран, сука, хуй знает какой, отвратительный тачпад, я уверен, будет такой отвратительный, так же как на 3DS, так же как NDS, потому что отвратительное говно. Без даже нажатия чувствительности, которое будет пачкаться, ломаться, блядь, говно. Полное говно, отвратительное, сука. Отвратительное, то есть даже, блядь, и при этом, да, сам этот контроллер, он больше контроля самого iPad раза в 4. И при этом сам процессор вынесен в отдельную приставку, которая по Wi-Fi у тебя передает. То есть такая абсурдная параша, блядь, и совершенно нахуй это нужно, блядь. Совершенно абсолютно ненужная хуйня, то есть просто пиздец. Это просто кошмар. Вот Kinect, вот он оправдан, да, это реальная революция, сука. Это вот реально будущее просто. Если сразу купил, как он появился, просто пиздец. Ну вот это, блядь, это и для кого это они рассчитывают? Да какие дебилы на это поведутся, где опять No Games будет, да, 3DS вышел, никаких игр нету. Все же охуели, я же сам купил за 12 тысяч, что ли, или за сколько там. И просто охуел, там игр нет вообще, вот я Street Fighter 3D купил, обзор делал, и все, я в это больше не запускаю. То есть, это полный пиздец, провал, сука, лучше бы они ничего не выпускали, нахуй, лучше сделали еще ремейк, нахуй, Game Boy Advance, нахуй, сука. И главное, блядь,
игры будут, блядь, дорогие, опять как все, там, как они 3DS выпустили, и дорогущие игры по 60 баксов, все же охуели, кто это будет покупать на 3DS, еще какой-то свой магазин, блядь, в общем, Аншардуль.